o'zida boshlang va Mustbet bilan chempion bo'ling. Mustbet xalqaro bukmekerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsentlar. Yangi kirganlarga 3 million so'm bonus. O'z hayotingizni muallifi bo'ling. Итак, друзья, весовая категория до 57 килограммов. Хафизов Аббас, ему 19 лет. Его рост 1 метр 68 сантиметров, имеет рекорд. Один бой выиграл в любителях, один бой выиграл в профессионалах. Ассаламу алейкум, меня зовут Хафизов Аббас, я из Узбекистана, город Фергана, мне 19 лет. Недавно я приехал в Москву зарабатывать, тренироваться. Здесь я увлекаюсь спортом, занимаюсь, выступаю. И вот недавно увидел в Инстаграме про эту лигу, львиную битву. И хотел поучаствовать, попробовать себя в этом роли. Что я могу сказать про соперника? Соперник тоже хороший парень. Желаю удачи, ну, пусть попробует забрать удачу. Я покажу себя в лучшей форме, иншаллах. Там. На самом деле я не очень разговорчивый. Покажем все в октагоне завтра, иншаллах. Все увидите, я докажу всем. Всем ассаламу алейкум. Боец из синего угла Фазилова Рустам, ему 26 лет, его рост 1 метр 65 сантиметров. Его рекорд, один бой выиграл в любителях, имеет один бой в профессионалах, который проиграл. И сейчас имеет возможность закрыть свое поражение. Оба бойца из Узбекистана. Thank you.
алейкум хамаге, меня зовут Рустам Фазилов, новый влет, Нурата Туманнамман. Спортке кызыкшым, яшлигимден башланган, менге отам мене биринчи бөлүп спортке алып киргенле. Ошондон бери спортта тренировка кыламан. Россияга 2009 жылы келгенмен, иштеш максатта. 2 жылдан бери Россияда иштейбиз, мен тренировканы башлаганымызга 3 ай, 4 ай бөлүнө. Шеерлер жаңын көрүп калдым, Рустам Рахманов Instagram'ında, şu бойго менге кызыкыш күчөйдү ва şu максатым жетиш үчүн тренировканы башладым. Мен Кудайга шүкүр. Alhamdulillah nasip qilgan ekan boyda urushish. Shunga oldi harakat qilamiz, trenirovkalarni qilamiz. Chiroyli zrelishni boy ko'rsatishga harakat qilamiz. Endi hamma narsa Allohdan. Bizlar o'zimizga berkitilgan vazifani bajaramiz, oktagonga chiqib, o'zingizning vislarimizni kontrol qilib, ikki mahal trenirovka qilyapmiz. Xudoga shukr, hammasi yaxshi joyida. Endi saperligimizga omad tilaymiz. Bağlasa yaxshi zrelishni boy ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizaga balet qilib turganlarni inshaalloh xursand qilamiz. Ota-onamizni, yaqinlarimizni, aka-ukalarimizni inshaalloh nasib bo'lsa xursand qilamiz. Duoda bo'linglar. Начинается первый раунд. Хафисов Аббас в красном углу и Рустам Фазилов, оба из Узбекистана. Наилегчайшая весовая категория 57 килограмм. Оба бойца имеют рекорд профессионалов, проводили бои профессионалов. Но для кого-то это будет закрытие поражения, возможно. Для Рустама и наоборот, для Аббаса это может быть улучшение рекорда. Продолжение победы. Попадание. Бой остановлен, да. Мне показалось, пас попал. Как я увидел, была вертушка, которую он отпугнул бойца из красного угла, Аббаса. Тот сделал шаг назад, а Рустам не остановился, продолжил и попал рукой. Так что все было... Все было в пределах правил. Можем поздравить Рустама Фазилова. И давайте посмотрим повтор. Вот смотрим повтор.
удар с разворота, промахивается. И вот этот удар. Я пропустил. Левый боковой. Сокрушитель левый боковой. Вовремя остановил рефери бой, конечно. У нас победитель Фазилов Рустам, который выравнивает свой рекорд. Теперь 1-1. Одна победа, одно поражение. E'tiboringizga Sankt-Peterburg shahridagi R3 Maximus Gym yangi sport klubi ochilganligini ma'lum qilmoqchimiz. Murabbiylik vazifasida esa juda ham ko'plab shogirdlarni katta sport maydonlariga olib chiqqan mashhur jangchi Maksim Kuldashev. Siz o'zingiz yoki farzandingiz bilan kelib ushbu sport klubida sizga qulay bo'lgan vaqtda shug'ullanishingiz mumkin. Bizning manzil Yelizarovskaya metro bekati yaqinida joylashgan bo'lib, Prospekt Yelizarova 36-uy. Keling, shug'ullaning va unutmang. Sport sog'lik garovi. Ему 23 года, представляет Россию из Дагестан. Его рост 1 метр 80 сантиметров, у него дебют профессиональный сегодня и сейчас состоится. И состоится он в экспериментальной промежуточной весовой категории до 75 килограммов. То есть если у нас традиционные весовые категории это до 70 легкий вес, затем полусредний до 77, то 75 где-то промежуточный вес. Ассаламу алейкум, меня зовут Мухаммад, я из города Хасаюрт, родился там же, учился в школе, в начале с
начальных классах я пошел в секцию вольной борьбы. Конечно же, домашние были против, настоял на это мой дядя. Благодарен и буду благодарен всю жизнь. Начал тренироваться, но не сразу, конечно, были успехи. Потихоньку набирая, я перешел в бокс, занимался год боксом, позанимался год боксом, перешел потом в ММА. После переезда в Санкт-Петербург я продолжил этот путь, занимался по различным видам спорта, грэпплинг, тайский бокс, бокс, и также выступал профессионально, начал заниматься именно ММА в клубе ACB. Можно сказать, большая часть моих тренировок прошла именно в этом клубе. Благодарен старшему тренеру Шамилю Сулейманову за тренировки и за этот путь в этом клубе. Помимо тренировок, я поступил здесь и окончил, у меня медицинское образование, и также работаю уже в больнице и зарабатываю на жизнь именно по профессии. А тренировки я попал в организацию R3 и проведу бой, иншаллах, 26 июня. Готовься, подходи в своей лучшей форме, и тебя ждет иншаллах. Встречайте бойца, представляющего Таджикистан! Езазбек Якубов, представитель Таджикистана, ему 19 лет, рост приблизительно такой же, 1 метр 81 сантиметр, и имеет в своем активе одну победу в любительских смешанных единоборствах. Меня зовут Езазбек Якубов, я 20 лет, из родины Таджикистана, город Худжам. 2018 на Москву приехал для учебы, ну, тренируемся еще, мне не мешает он тренировки. Каждый день, через день я тренируюсь, борьба, бокс, ММА. Что желаю счастья соперникам. Чтобы хороший зрелищный бой будем покажем. Ассаламу алейкум, братья. У меня есть характер, я покажу в октагоне. Рост 181 сантиметр. Любительский рекорд, одна победа и одно поражение.
Он представляет Таджикистан, город Куршахан. Встречайте, Азербайджан Янкубов! Итак, спасибо, конечно, за просто правду позиции по 3 минуты. Рефери в охране Владимир Балан. Только стойки. Засевки, перчатки, шорты не хватаем. 30 секунд работаем в парке. Покажите красивый бой. По углам. Итак, Абдулхамидов в красном углу, Якубов в синем. Начинается бой. И попадает сразу же, попадает Абдулхамидов. Бросается, реваншируется Якубов. Но более удачно действует боец из Дагестана. Он находится в фулл-маунте, и у него есть возможность начать граунд-энд-паунд. Фулл-маунт уже наносит удар, дагестанский боец. Хватит ему 30 секунд. Ты знаешь как, Георгий, даже если вот сейчас не хватит Мухаммаду этого времени для того, чтобы завершить бой, финишировать, то он нанес достаточное количество ударов. И таким образом его оппонент уже прочувствовал на себе тоннаж этих ударов. Соответственно, урон нанесен был. Уже урон нанесен, уже есть попадание, причем с близкой дистанции, на коротком рычаге акцентированное попадание. Называет Якубов зарубиться. Такое ощущение, что вновь прикармливает Абдулхамидов сейчас своего оппонента лоу-киком для того, чтобы, вот, собственно, для того, чтобы пройти. И... Но при этом сам Абдулхамидов попался на гильотину. Хватит ли времени у Якубова для того, чтобы завершить... Но, насколько я вижу, не такой плотный прием, захват. И опять же, несмотря на то, что, возможно, времени не хватит, но дыхание сбивает в любом случае. Это попытка гильотины. Опять рефери поднимает в стойку бойца. Сечка на лбу Абдулхамидова. Первый раунд заканчивается. Да, закончился первый раунд. Как раз будет возможность остановить кровотечение. Благо не сильная сечка. Голову не пускай, просто на дистанции сам. Вот мы видим этот эпизод, когда ground and pound в full mounte Абдулхамидов нанес достаточное количество акцентированных ударов для того, чтобы Якубов их почувствовал. Да, несмотря на такой очень плотную дистанцию, не нарушал правил, не бил по затылку, а так прицельно бил либо в лоб. Но обрати внимание на технику. Он слегка отжал корпус оппонента, оттянулся сам, насколько мог, и наносил не прямые удары, а все-таки это были хаммерфисты. Yeah.
сегодняшний, мне кажется, дагестанская школа наиболее сильнейшая в России. Даже дебютанты. Ну, я бы сказал, одна из сильнейших, потому что есть все-таки еще и сибирские школы. Может быть, дагестанская школа, она более массовая. Если мы берем всю территорию Дагестана, там, наверное, в любом селении ты зайдешь в любой двор, и там кто-то куда-то готовится. Наступает на пятки ММА и вольной борьбе в Дагестане. Ну, я думаю, что они, я имею в виду, вольная борьба и ММА гармонично сосуществуют, потому что вольная борьба – это все-таки база, с чего парни начинают изучение единоборства. Затем у того, у кого возникает желание попробовать свои силы на профплощадках, профаренах, они уже затем могут переходить из вольной борьбы с хорошей базой, сформированным организмом, психикой, уже вполне состоявшиеся атлеты могут пробовать свои силы в свешенных единоборствах. По воздуху пока летят удары его спортсмена. На мой взгляд, вот сейчас Абдулхамидову не хватает движения на ногах. Он выбрасывает удары с дальней дистанции, но он не подходит. Оу, нокдаун от Якубова. Абдулхамидов падает, спасается проходом ноги. И это, кстати, очень хорошая, правильная тактика после пропущенного удара не пытаться обязательно реваншироваться. Тем временем Якубов тянет гильотину и удается вырваться Абдулхамидову. Время партера тем временем истекает, бойцов поднимают стойку. Заканчивается раунд. Тяжело встает Абдулхамидов. Да, второй раунд был неудачным для бойца из Дагестана. Дважды попадался в гильотину, был нокдаун. Существенный урон нанес Якубов Абдулхамидов. Наша прекрасная Octagon Girl помещается по третьим раундам. Что-то очень эмоционально в углу у Абдулхамидова тренер объясняет Мухаммаду. Но сказать честно, по такому бою Абдулхамидов не побеждает, он его даже не ведет. Если в первом раунде еще что-то было похожее на активные действия, на острые действия, на точные попадания, на ведение боя, то во второй раунд не получился. Тоже нужно выкладываться максимально в третьем раунде, тем более что раунды у нас короткие, нет возможности долго запрягать.
согласен, Игорь, с тобой, что плохо на ногах готовит атаку Абдулхамидов. Получается по воздуху большинство ударов. Не может подобрать. Но фактически это одиночные действия с места, которые, ну, естественно, ну, могут сработать только тогда, когда против тебя стоит, ну, абсолютный дилетант в оппонентах. И вновь есть попадание. И вновь спасительная борьба. И посмотрим, насколько она принесет спасение Абдулхамидову. Это нокдаун, честно говоря. Потому это что был нокдаун, да. Был потрясен боец однозначно. Ощущение, что чуть меньше 30 секунд прошло сейчас. А Якубов почувствовал вкус крови. Он понимает, что попадает. Что в предыдущем эпизоде его оппонент побывал фактически в очередном нокдауне. И, в общем, даже вот такая стратегия, она работает сейчас на Якубова. Да. Тяжело дышит Абдулхамидов. Минута до конца боя остается у нас. Заключительная минута. Абдулхамидов хорошую концовку обоим бойцам. Опять бьет по воздуху Абдулхамидов. Не работает, не подходит он на ногах. Он бьет с места. А для того, чтобы попасть, нужны какие-то предварительные подготовительные технические элементы. Допустим, джеб или сдвоенный джеб. Вход на ногах и дальше развитие атаки. Не дает уже пройти в ноги Якубов. Большая бравада от Якубова уже, строит гримасы, отбивает бедра ему со стойки, играет на публику. Абдулхамидов поднимает руки и, ну, вроде как секундант Абдулхамидова тоже довольный был. Интересно, что скажет суд. Ну, интересно, что скажем мы, а мы скажем, что вот немного оптимизм бойцов из Дагестана, бойца из Дагестана, его угла, вот мне не очень понятен, потому как в третьем раунде не получилось вообще ничего. Второй раунд был, ну, очень тяжелый для Абдулхамидова. Да и третьим побывал в нокдауне. Я и говорю, что в третьем раунде не получилось, во втором раунде не получилось. Более-менее что-то было в первом раунде. Ну, давай послушаем судейское решение. В этом бою объявлена боевая ничья! На самом деле я так и прогнозировал. У меня подписал моему взгляду, я не понимаю ничья. Я там зависел, судья отдельно. Я там тоже. Не понимаю, что ли. Не согласна публика в крыльях советов сейчас с решением. Ну, честно сказать, и мы с тобой тоже не очень поняли, по каким критериям была объявлена ничья. Мне в один момент показалось, когда анонсер начал готовить свою речь, что они объявят четвертый раунд. Судя по протоколу, могут добавить раунд. Мне кажется, в таком бою... Учитывая решение, нужно его добавить. Параллельно разговаривают в октагоне в 2 часа. Ассаламу алейкум,
Да не особенность этого турнира, Игорь, что все побежденные бойцы, даже если объявляют лишь ничья, они дают такую победную речь. Такого еще прежде не было. Я думаю, что это такой современный тренд поведения, вот именно поведение бойца. Когда ты, даже если ты проиграл, но все равно что-то победное ты должен сказать, ты должен показать своим видом, что ты боец, что да, вот может сейчас у тебя что-то не получилось, но в следующем бою ты обязательно порвешь всех, и клетку порвешь, и канвас октагона порвешь тоже. Да, он же минуту. Тяжелой весовой категории 93+. Красный угол октагона приглашается боец, представляющий Таджикистан, город Канибада. Встречайте, Абдулмутали Капаров. Абдулмуталип Гапаров из города Канибадам. Ему 26 лет. Вот кто по правде компактный тяж. 1.70 м, 93+. Ты не помнишь, какого роста был Дэвид Туа? Тоже тяжеловес. Мне кажется, тоже был около 1.80 м, мне кажется. Все-таки 1.80 м. Мне казалось, что он из тяжей был самый маленький. Ну, сейчас мы это проверим. Hammaga, mening ismim Gapar Abdumtalib, Tojikistondan bo'laman. Yoshligimdan, shu 10 yoshimdan beri sport bilan ad-dushi shug'ullanib kelaman. 10-12 yoshimda
karatida shug'ullanganman, keyinchalik boksga o'tdim. Mana yoshimiz yetib, oilaviy sharoit to'g'ri kelmay, Rossiya shahriga ishlagan keldik Sankt-Peterburgda. 2-3 yil darajnikda ishladim. Shu sport bilan shug'ullanganim uchun yana davom ettirdim. Mana kam-kam lyubiteliskiy turnirlarga qatnashib, kastinglardan o'tib, mana xudo xolasa boy berildi. Boyga mana tayyorgarlik ko'rib keldik. Mana Rustam Rahmonovni kastinglarda o'tdik. Xudo xolasa mana 26-chi kuni boy bo'ladi. Sapernigim Dog'istonlik askar, unga ham omad tilayman. Hamma bizni qo'llab-quvvatlab tursa, yaxshi, chiroyli boy ko'rsatamiz, xudo xolasa. 1,78 м. Почти. Встречайте, боец из России, город Каспийск. Аскер Касанагаев! Года. Живу, вырос в городе Каспийск, занимаюсь в клубе «Аркада». Приехал в Москву, нашел тут хорошие сборы. Зашел в интернет, посоветовал друзья, увидел лигу. Думаю, почему бы не попробовать. Сам занимался всюду с боксом. И думаю, показать вам красивый, зрелищный нокаут. Всем всех благ. Локтями, коленями в голову работаем только в стойке. Засетки, перчатки, шорта не хватает. 30 секунд работаем в парке. Покажите красивый бой. По углам. Идем в парк. Так, тяжеловесы готовы. Итак, начинается первый раунд. Это Питер.
выбрасывается. Отчаянно бросается. Обдумает Али. По-моему, это сейчас будет сдача, по-моему. Да. Все, сдача. Все. Как мы и предполагали, досрочная победа буквально на первых секундах. Как мы и предполагали, очень увесистые, супертяжелые аргументы Аскер припас. Очень технично, несмотря на свою брутальную внешность, отработал. Абсолютно оправдал. Друзья, пользуясь случаем, так как наш турнир подошел к концу, хочу проанонсировать завтрашний турнир по боксу «Дерись и побеждай», который телеканал «Спортивный» также будет показывать. Начало прямого эфира в 17:00. Не пропустите. Оставайтесь с нами. На сегодня наш турнир подошел к концу. Мы прощаемся. Напоминаю, что комментировали для вас сегодня я, Игорь Изанцев, Георгий Цгоев, мой коллега. Георгий, как тебе турнир? Шикарный турнир, очень крутые бои, 28 пар, если не изменяет память. Настоящий марафон. Да. Время пролетело незаметно. Да, друзья, наш марафон подошел к концу, прощаемся и встретимся в эфире. До встречи. Благ вам, крепкого здоровья. Всех благ, счастливо. Давай. Абдул-Али, слушай, расскажи, что пошло, как ты попал в такой прием и какой вообще был план работы? Не знаю, у меня вообще-то план был. А на стойке я не ожидал борьбы, ну поэтому не очень по планам пошел. Дагестан, это борьба, все дела. Ну да, Дагестан, борьба, но ударники тоже много будет. Ударники основной. Ну все говорят, что мы бы без правил основной борьба, но я не согласен с этим. Все красивые на ноуты, а бывает на стойке. Например, Джон Джонсон, Израиль Адессин. У них много на стойке был. Но я не хочу я отмазка, но борьба. Брат, если хочешь, на голых кулаках в любое время. Согласен, брат. Организуй это бой. На голых кулаках. На голых кулаках. Без борьбы. Без борьбы тут. Я согласен, я... Хочу. Гонорар. Я... Только 50 тысяч. Хорошо, об этом подумаем и даем знать. Давайте я договорю. Я не хочу обладать. Я похожу тебя. Я сам люблю, я сам на стойку. Ну все. Брат, красавчик. Смотри, они сделали борьбу, это победа. Смотри, ты говоришь, что ты ударник, да? Вот. У нас перед этим был бой. Тоже парень проиграл, ты, наверное, видел ударник. Тоже ударник. Да, ты готов? Он проиграл тоже, ты проиграл. Ты готов с ним выйти? Вот он ударник, ты ударник. Нет. Я думаю, что вы реально хорошо зарубитесь. Мы, конечно, на следующем турнире организовали бой. Ты готов? Ну что, давайте пригласим Кайратов Усманчон. Тут Кайратжон. Кайратжон Усманчон. E'tiboringizga Sankt-Peterburg shahridagi R3 Maximus Gym.
yangi sport klubi ochilganligini ma'lum qilmoqchimiz. Murabbiylik vazifasida esa juda ham ko'plab shogirdlarni katta sport maydonlariga olib chiqqan mashhur jangchi Maksim Kuldashev. Siz o'zingiz yoki farzandingiz bilan kelib ushbu sport klubida sizga qulay bo'lgan vaqtda shug'ullanishingiz mumkin. Bizning manzil Yelizarovskaya metro bekati yaqinida joylashgan bo'lib, Prospekt Yelizarova 36-uy. Keling, shug'ullaning va unutmang. Sport sog'lik garovi.